В городе Антверпен много интересных музеев с богатыми коллекциями. Но есть один, удаленный от исторического центра, который можно назвать уникальным. Музей скульптуры под открытым небом Мидделхайм. У него, как и положено, есть свой замок, где находится и магазин книг по истории искусств, и заседает администрация музея. Солнечный день 24 мая замок не смог вместить всех приглашенных на презентацию новой выставки, открытой на все лето 2014 года, бельгийского скульптора Йохана Кретена под названием «Шторм». Мидделхайм всегда организует хорошую погоду на презентацию новой выставки. Эти последние дни мая очень приятны для советника по культуре. Так много у нас в Антверпене достижений в области культуры и анонсов, которые мы должны сделать на будущее. У входа на длинную аллею рядом с картой парка можно взять подробный каталог выставки Йохана Кретена на трех языках. Год назад музей Мидделхайм получил в свое владение красивейший уголок парка Нахтенгал, идеальный для выставочного пространства прямоугольной формы, где ландшафтный дизайн французского паркового стиля служит естественной декорацией для любых выставок. Туда и отправились приглашенные на открытие. Первую экскурсию по выставке провел ее автор, скульптор с необычной судьбой. Рожденный в Бельгии, он довольно молодым человеком покинул ее, чтобы начать кочевую жизнь между Парижем и Римом, Нью-Йорком, Мехико и Майами. Географические названия лишь мало толики его жизненных остановок. Его скульптуры нельзя назвать типично бельгийскими, даже европейскими. Их культурный код мировой. В отличие от многих музеев, Йохан Кретен приглашает: «Добро пожаловать трогать мои скульптуры, но с уважением к ним и на ваш собственный риск». Более того, некоторые экземпляры можно не только трогать, но и посидеть в них, как в этой «Le Grand Vivisecteur». Небо заволакивает темными тучами, и ты оказываешься в эпицентре шторма. Спустя полчаса небо снова голубое. Так я воспринимаю мою прошлую жизнь, мой личный мир, где штормы появлялись ниоткуда и так же быстро умирали. Скульптор так объясняет название, которое он дал этой самой полной из его выставок. В работах Йохана легко проследить художественные связи с работами Родена, Бранкузи и Генри Мура, его любимых скульпторов. Автор – обладатель небольшой коллекции бронзы эпохи Ренессанса и барокко, что обрамляет его собственное творчество в некоторые рамки. «Ле Бассе» – «Поцелуй или целующий» – прославляет мужественность. Скульптура неразрывно связана с пьедесталом круглой формы, безусловной референцией к Бранкузи и Родену. «Массу-1» и «Массу-2» – эти колонны апеллируют к связи между обществом и его структурами, материалистическая транскрипция их в течение истории, от колонны памятников до индустриальных монолитов. Эта женщина-медуза находится в медитативном трансе шаманского ритуала. За ней колонны, также схожие своими щупальцеобразными структурами с морскими чудовищами. Завершает выставку буря, перекликающаяся с ее названием «Шторм». Опять птица, но уже со сложенными крыльями, сильная в своем противостоянии стихии, но и хрупкая, на что указывает полая задняя часть скульптуры, словно фрукт, из которого вырезали мякоть. Шекспировская буря для Йохана Кретена – метафора современных политических маневров и событий. Сама выставка состоит, как и пьеса, из 4 актов. Автор словно предупреждает: буря, снова грянет буря.